Киев, 10 часов утра, прямо сейчас нас должен забрать автобус, и мы поедем в промо-тур. В эти выходные у нас будет Львов, Ивано-Франковск, потом Харьков, Днепр и Одесса. Из всех этих городов я запишу некоторые влоги, возможно, что-нибудь даже удастся нормально и интересно поснимать. О, блин, они уже там стоят. Поснимаем чуть-чуть. Пам-пам-пам, бум-бум-бум. Вот, собственно, цирк на колесах выезжает. Львов, мы едем к себе. Всем привет. Вот уже 1 часов утра, вот-вот должен подъехать спидан. Я во Львове уже со вчерашнего вечера успел погулять, навести несколько очень классных заведений и хорошенько выспаться, ведь сегодня у нас будет первое в Украине массовое гипнотическое шоу. Давайте я вам немножко покажу достопримечательности, насколько тут все круто, красиво. Через полчасика начинаем. Вау! Ну вот все, мы загружаемся. Буквально через полчаса у нас уже выступление. Почему-то Александр только нервничает. Александр, вы почему нервничаете, скажите? Не парится. Ну, он говорит, что не парится, хотя он сыт. Распочинаем? Начинаем! Ну что, мы распочинаем! Come on! Мене одна купюра. Какая? Всі добові. 500 гривень. 500 гривень? Нових. Олег, возьмись так за купюру, витяни ее вперед и почувствуй, как пальцы начинают сжимать ее все сильнее и сильнее. Если вдруг ты ее выбросишь, Саша тебе ее отдаст, но выбросить ее невозможно. Так, друже, давай играем в такую игру. Якщо... Не серьезно, бро? На мій страх і ризик. Отже, сильніше. І сильніше. Якщо зараз вони впадуть сюди, я тобі їх подарую. Віддам. Просто віддам. Ну чим сильніше намагаєшся нас жати, тому що ти слышиш тільки мій голос. Серйозно, я не жартую. Нажати їх невозможно, вони сжимають сильніше і сильніше. Вона впаде місько моєї команді. Хочеться 500 гривень. Два. Три. Падайте вниз. Побери вниз. Саша, я видел, у тебя телефон есть при себе. Давай ставки повысим. Семерочка, да? Семес. Блин. Ну, я завжди, коли це роблю, думаю, що я дурень. Саша, стой здесь. Можна? Можна вот так? Олег, встань здесь. Закрой глаза. И почувствуй, как твои ноги начинают вырастать в этот пол. Почувствуй, как правая нога прилипает, как прилипает и левая нога. Ноги прилипли до такой степени, что оторвать их невозможно. Пробуй оторвать правую, прилипает лево, прилипает право, прилипает лево. Невозможно их оторвать. Глаза открываешь, пытаешься сделать шаг вперед, не получается. Ноги приклеились, надо два. Олег, хочешь телефон? Бери. Ноги приклеиваются сильнее, сильнее и сильнее. На. Та він мені не треба, він же юзаний. Ти зараз як ця гламурна фіфа. Ну бери і зробимо селфі. Що, чувак? Зроби крок і візьми, що я? Що я? Хочеш телефон? Ну давайте ви крок до мене, я крок до вас. Я крок зробив. Ти довго руки, я бачу, ну давай. Когда ты считаешь на трех, легко сделаешь шаг вперед. Раз, два, три. Все, акция закончилась. Поаплодируйте, пожалуйста. Давай. Ё-моё. Сейчас разорву.
гипноз существует? Да!